что для Творца, в глазах Творца, является приложением усилия человеком. Усилием называется... Не знаю, как ответить на это. Ты стараешься сделать то, что не можешь. Это называется усилием. Когда ты стараешься произвести действие отдачи, и ты обнаруживаешь, что ты не можешь, но ты стараешься. Это усилие. И он пишет об этом. Усилием называется выше, выше человеческих сил. Это послание Бааля Сулама. Сверхчеловеческих сил. Так если это сверхчеловеческих сил, как я могу прилагать усилия, у меня как бы нет места там. От того, что ты стараешься сделать, хотя это не в твоих силах. Исходя из этого, тогда ты начинаешь просить. Эта работа, она уже такие усилия, на которые воздействует светит им высший свет. Любое усилие в направлении отдачи получают добавку высшего света. Или если ты производишь действия по отдаче в распространении, там ты не прилагаешь внутри усилия, внутри себя, но поскольку это работа, хотя это работа на материальном уровне, но она в направлении исправления, когда ты распространяешь имя Творца в мире, это тоже удостаивается свечения. И это происходит наверняка так. Поэтому действие распространения настолько эффективное. Даже если есть у тебя нет, вернее, даже если нет у тебя высоких намерений, это все равно влияет.